Получать травмы всегда неприятно, особенно если они серьезные, например, переломы или вывихи. Но если травма все же получена, то человек обязательно обратится в травматологию. И хотелось бы, чтобы травматологическое отделение больницы было укомплектовано всем необходимым оборудованием и специалистами. Одним из таких в республике является травматологическое отделение Алданской районной больницы. С подробностями о нем Татьяна Вахнина. Пасхальное воскресенье 2015-го отнюдь не положительными эмоциями Артему Таран запомнится надолго. В этот день юношу сбила машина, и он оказался пациентом травматологического отделения Алданской центральной районной больницы. Врачи хорошие, уход замечательный. Претензий вообще никаких нету. В ближайшем будущем Артема ожидает операция. Она, впрочем, не страшит. Новейшее оборудование открывает широкие диагностические и функциональные возможности. Установка S-дуга позволяет проводить вмешательство под контролем рентгена. Операционный стол является рентген-прозрачным. Аппаратура и инструментарий принадлежат травматологическому центру, который с декабря 2014-го функционирует на базе Алданской районной больницы. Оснащение поступило в рамках федеральной государственной программы «Дорога». Ситуация на трассах из года в год остается напряженной. Необходимость открытия травмцентра в Алдане таким образом была продиктована реальностью. Все это новое оборудование, оно послужит не только для того контингента больных, которых мы принимаем по самой программе, а также станет как локомотивом для того, чтобы все здравоохранение, в первую очередь, именно оказание неотложной медицинской помощи, значительно улучшилось в нашем регионе, потому что для никого не секрет, что первые часы выживаемости при тяжелых травмах, золотой час, он напрямую зависит от того, когда окажется помощь, кем, как будет доставлен пациент. В рамках открытия травматологического центра Алданская больница также получила компьютерный томограф. Он позволяет выявить ряд заболеваний на ранних стадиях, а также определить причины их возникновения. В настоящее время проводятся процедуры согласования документов, необходимые для официального открытия кабинета. С января 2015-го компьютерный томограф начал работать в тестовом режиме. За 3 месяца обследования прошли порядка 140 человек. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК «Саха», Алдан.